удовольствием представляю народного артиста России Владимира Назарова. Съемочную группу представит директор фильма и исполнительный продюсер Митрофанова. Здравствуйте. Это вот мало спортив до дорог. Вот представьте, эта крупная девочка Ира Митрофанова сумела блестяще организовать весь съемочный процесс. Мы ни разу не подрались. Не было, к сожалению, ни одного скандала. В общем, вот Ира Митрофанова. Спасибо. Давайте постановщик. Сергей Акович. Спасибо, детская. Ты должен побыть. Миша. Майкл. Оператор. Света Барба. Художник костюмов. Алла Чапаева. Второй режиссер. Маша Бородина. Ассистент режиссера. Медведь. Катя. Бухгалтер. Владимир Сергеевич Акопов, режиссер монтажа. Дмитрий Торчинский, замдиректора. Никита Чернов, художник-постановщик. Владимир Наместников, художник-декоратор. Юрий Кулаков, звукорежиссер. Мы желаем вам хорошего просмотра. От лица всей съемочной группы не судите строго, получайте удовольствие от фильма. Да судите строго, что там. Значит, все садитесь на свои места, господа. Теперь я вступаю в свои права не режиссера-постановщика, а композитора фильма. Я хочу представить на ваш суд несколько песен, написанных мной. Ольчка Рябова споет песню, которая называется «Судьба». Я ее написал на стихи Владимира Сергеевича Малышева. Oh,
директора Государственного музыкального театра национального искусства. Кроме того, в нашей фирме она водитель трамвая. Да. А, еще Гамка, да, 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 да. Я сейчас приглашаю на сцену актрису, которая спела в этом фильме две песни. Это Евгения Лазар. Спасибо всем, кто участвовал, кто принимал участие в создании этого фильма. Спасибо. Спасибо, Женя. Я бы, конечно, не был Владимиром Назаровым, если бы не воспользовался ситуацией и не спел бы для вас сам. Под баян. Thank you.
Электричка Москва-Барселона отправляется с третьей платформы. Я, наверное, живу незаконно, если даже билет не оформил. Никогда я не буду влюбленным, никогда я не буду счастливым. Электричка Москва-Барселона пусть несет меня неторопливо. Островами нагретых, мимо низких распластанных сосен, покидая холодное лето, покидая московскую осень. Я хотел бы остаться надолго, я хотел бы, да некуда деться. Мимо окон такая погода, но никак не могу я согреться. Первым не хочу выходить из вагона. Я останусь навеки, наверное, в электричке Москва-Барселона. Никогда я не буду влюбленным, никогда я не буду счастливым. Электричка Москва-Барселона пусть несет меня неторопливо. Электричка Москва-Барселона. Серёг, пусть несёт меня неторопливо. Сергей Торгашов. С Богом, начинаем смотреть. Что касается блестящей роли Бори Бызова, который сыграл Игорь Геннадьевич, но то, что он сделал в театре, и он сделал это блестящее по двум причинам. Дело в том, что «Скрипач на крыше» — это, как вы знаете все, это мюзикл, да? То есть мы музыкально все лучше в музыке. Мы, конечно, взяли четыре, во-первых, Джерри Бока, вот, но мы взяли там всего лишь четыре, да? Все остальное взяли музыку с синагоги, еврейскую, инструментальную, написали к ней, Саша Шов написал к ней новые стихи, получились шлягеры, совершенно чумовые, когда люди приходят и говорят, ну, конечно, это же Джерри Бок. Я нашел своего режиссера, и мне до конца жизни больше ничего не надо. Самое главное, чтобы он не помер. Я могу помереть. Вы поняли, с какими актерами работаете? Давайте.
воду, мне было с водой, а потом они... Я говорю, давайте, нет, подожди. Акопов уходит, что-то наливает там. Я выпиваю там настоящая водка. Я все, настоящая водка. Пристоит выйти. Никакой раскачки не было. Мы буквально вот с первого дубля устанавливалась какая-то незримая нить, которая позволяла, ведь все трое, если вы помните, да, и Женя Лоза, Женя Воскресенский, Игорь, Люба, все прочитали какие-то интересные, все, да, эй, вы двое, идите сюда оба, не, эй, вы трое, идите сюда оба, так я, прочитали какие-то в этом фильме, сыграли какие-то очень трепетные, щемящие монологи. Ну, расскажите про то, что вы ощутили, когда вы увидели свою работу, да, которая уже, в принципе, закончена и уже на экране. Ну, во-первых, я очень волновался, потому что все эпизоды, которые снимаешь, и рассчитывая, что вот здесь зритель должен засмеяться, а здесь он должен заплакать, а здесь он должен сидеть молча. И если эти эпизоды происходят так, как тебе нужно, ты спокоен, ты весел, у тебя все хорошо. Если это происходит не так, как нужно, ну, начинаешь напрягаться. Но в целом я всегда говорил, что кино искусство коллективное, и у меня была замечательная киногруппа, и мне кажется, мы справились с этой задачей, потому что фильм на самом деле очень сложный. От трагедии к комедии, от комедии к трагедии, и все это в коротком промежутке времени. И зритель переключается на комедию очень легко, начинает реагировать, смеяться. А на трагедию все-таки ему надо включить какие-то душевные силы. Ну, они вроде бы включались. И замечательная работа актеров наших. Жени Лозы, Игоря Томилова, Жени Воскресенского, Любови Руденко, Артема Назарова, Андрея Глущенко. Господи, никого не забыл? Нет, вроде не забыл. Не, ну смешные случаи всякие были, розыгрыши были, когда мы дважды разыграли Женю Воскресенского, один раз, когда мы ему налили настоящие водки. И вот, если вы помните, этот эпизод я вставил как раз в фильм, когда он просыпается, потом он выпивает рюмочку, закусывает огурчиком, и там вот настоящая водка. И он так, он не знал этого, и он был очень удивлен. Это первое. А второй раз мы его разыграли в его день рождения, когда собралась вся группа, мы выстроили эпизод, сказали «мотор», главное, что Маша наша, которая с хлопушкой ходит, она подошла, и на хлопушке было написано «Поздравляю с днем рождения». И он как-то в запале уже своей роли, он это не прочел и не был готов к тому, что... И хлопок, мотор начали, и мы все зашли с шампанским. А он еще был в образе, и он буквально какой-то там еще... 30 секунд выходил из этого образа, не мог понять, что происходит. То ли я поменял эпизод, и он теперь такой у нас, то ли это... И он не знает тексты, и что-то такое, его не предупредили. И на него начало доходить, что это, оказывается, день рождения. Было очень весело. Да, я хочу снять музыкальный фильм, который называется «Лесная песня» по Лесе Украинки. Я думаю, что это будет очень значительная работа. Тяжелая, дорогая и... Если вы в феврале 25-го придете ко мне в театр, вы увидите это вот на сцене моего театра, этот мюзикл. Но я хочу сделать из него кино. Основная проблема современного кино – это сценарий. А здесь прекрасный литературный материал, который просто приятно играть. Не приходится выдумывать, выдавливать из себя чего-то. Потому что все, собственно, написано уже в сценарии, и остается только это не испортить. Ну, я надеюсь, что нам, конечно, удалось не испортить этот материал. Хотя, конечно, театральные пьесы, предназначенные для театра, написанные для театра, плюс две таких разных пьесы, в кино, наверное, довольно сложно воплощать, потому что они требуют какого-то прямого контакта со зрителем, а тут все-таки контакт в основном с камерой. Немножко другая природа существования. Ну, тем не менее, было весьма интересно. Как-то вот персонаж, которого ты сыграл, оставил в тебе какой-то свет? Менялось что-то в твоей жизни после съемки? В жизни? Честно говоря, наверное, не успел оценить, потому что как-то перерывов нету творческих и рабочих. Потому что из съемок я сразу перешел в репетиции спектакля, из репетиции спектакля сразу гастроли, из гастроли опять репетиции спектакля, сейчас репетиции спектакля. То есть оценить, чтобы у меня поменялось в жизни,
довольно сложно. Если верить Назарову, как он сказал, что он... Если верить Владимиру Васильевичу, как он сказал, что я думал, кто должен играть эту роль, вот это... И я говорит, увидел во сне вот твой образ. Я, естественно, говорит, тебя знал там по кино и так дальше, по телевизионным каким-то работам, все. И вдруг он мне во сне приснился, кто же должен играть эту роль? Вот во сне приснился. Где мне это найти? Вот это, где найти? Он пошел в агентство, значит, «Аркид», а там, значит, мои фотографии висят на стене там для другого совершенно проекта. Он входит, забыл фамилию мою и говорит, ой, вот мне, говорит, вот это вот показывает. Но, говорит, вот мне вот в этот вот нужен, говорит, забыл фамилию. Он говорит, Воскресенский. А, вот Воскресенский, мне, говорит, нужен для этой роли. Вот такая сложная ситуация. Как бы, то есть по наитию как-то мы друг друга нашли. Наверное, в этом есть что-то такое необычное, поэтому, наверное, эта роль необычная, поэтому произошло назначение на эту роль как необычным путем, каким-то как во сне практически. Вот, поэтому вот сон явился в яви вот в этом фильме. Вот, я очень рад, и таких ролей я не играл, и очень рад, и несказанно. Тут много можно было что сказать в этой роли. Вот как бы, ну, чего еще. Знаете, снимался он в очень доброй человечной обстановке. И, видимо, поэтому получилась очень добрая история о жизни, о любви, о смысле жизни вообще. Смысл жизни в чем? В любви, в добре. И вот в финале фильма, когда герой Евгения Воскресенского говорит, что люди, забудьте обо всех проблемах, обо всех скандалах, обо всех претензиях друг к другу. Надо просто любить, вот просто любить друг друга. Ничего друг от друга не требуя, не выдвигая никаких каких-то претензий, там, требований, каких-то, не устраивая каких-то разборок друг между другом. Надо просто друг друга любить. Правда, это не так просто, как это ни странно, это тяжело. Но надо попытаться. И если каждый человек задумается о том, ради чего живет на этом свете, вообще ради чего все это и благодаря чему все это, благодаря чему вот все, что мы видим вокруг, и все, что существует на этом белом свете, вокруг чего мы существуем, это все любовь. И вы знаете, самое главное, исходило это чувство любви ко всем от нашего замечательного режиссера и продюсера Владимира Назарова. Он удивительный человек, просто удивительный. Я его знала давно, я смотрела его спектакли в театре. И я даже не ожидала, что он может так вокруг себя организовать такое пространство любви. И вот в этом пространстве любви создалась эта картина. И поэтому любые какие-то неприятности, которые возникали, какие-то там, я не знаю, может быть, нелепости, какие-то тяжелые условия. Мы вот в этой маленькой трехкомнатной квартире снимали весь этот фильм, практически весь. И нам ничего не мешало, потому что когда приходил Назаров, было такое ощущение, что вот наше солнышко пришло. Назаров пришел, все хорошо, он с нами, все замечательно. И вообще все всегда зависит от человека, который стоит над всем процессом. Поэтому мне хочется объясниться в любви Владимира Назарова. Он замечательный, он чудный, он добрый, он душевный, он настоящий, во-первых, настоящий мужик. Рядом с ним все женщины чувствовали себя женщинами, а мужики – мужиками. И поэтому все так было легко и замечательно. Очень долго пришлось как бы обрабатывать эту героиню, да, то есть думать о том, какая она, что в ней такого и так далее, ну, что схожего со мной. Что-нибудь брать от кого-то, что-нибудь от себя, и, ну, в итоге, не знаю, ну, получилось, по-моему, достаточно реальная девушка, конечно, с отклоненной психикой, но которая понятна только окружающим, но не самой ей, естественно. Вот, я считаю, что у нас была замечательная команда. Очень хорошая, очень дружная, настоящая семья, которые всегда помогали в чем-то друг другу. Да, всякое было. Ну как вам понравился этот кинофильм? Отличный фильм. Два парня очень крутые. В камеру смотрели. Интригующий достаточно сюжет. Фильм держит в напряжении. В общем, невозможно выйти было из зала, даже в туалет сходить. Специально терпел полчаса ради этого. В общем, оно того стоило. Еще бы раз посмотрел это кино? Да, конечно. Я бы даже купил его на лицензионном DVD за 1000 рублей. Скажи, понравилось кино тебе? Да. А какое отношение ты имеешь к фильму? Так там кто-то работал, знакомый? Не понял. Ты работал кто-нибудь знакомых в кино?
Нет. Нет? Мама там не работает? Нет. Нет? А что ты, кто тебе понравился больше всего из героев? Не знаю. То есть никто не... Все одинаково понравились, да? Да.